Как отметил Вениамин Кондратьев, система госзакупок – это действенный инструмент для развития экономики края. Поэтому она должна быть прозрачной, эффективной и максимально понятной для всех участников. Сегодня по-прежнему сложной проблемой остается несвоевременное освоение бюджетных средств. Во многом это связано с некачественной подготовкой документации. Самый проблемный вопрос остается по-прежнему неосвоение бюджетных средств. Коллеги главы муниципальных образований, вы же сами активны, вы говорите, вот это необходимо. И необходимо еще было вчера, дайте сегодня деньги, принимать участие в программах, софинансируете. А потом эти же деньги, которые из края выходят, и немалые, возвращаются в бюджет краевой, потому что они оказались неосвоенными. Вот это как можно объяснить? И якобы опять конкурсные процедуры вам помешали. Государственных закупок. Ну как могут быть они помехой для настоящего хозяина, управленца? В первую очередь, если вы вернули деньги в бюджет как неосвоенный, страдают люди, жители района, вот кто страдает. Потому что они надеялись, что вот то, что власть обещала, неважно какая, район или краевая, будет сделано. А тем более пообещали, что вот все, и программа, и проект, и деньги пошли, и все. И ничего, потому что результата нет. За прошлый год на Кубани гос- и муниципальных контрактов заключили на 146 миллиардов рублей. При этом доля малого и среднего бизнеса, участвующих в закупках, увеличилась до 32%.